все, да? Дальше провал в 10 лет. А следующее ваше воспоминание – это как вы вышли из леса вчера в незнакомом месте. Такое вообще бывает? Все бывает, Миш, смотря что принимаешь. Больше никаких допросов. Вы должны знать, что с ним было. Иногда лучше не знать. Для всех. Здравствуйте. С сестрами можно на «ты». Моя сестра умерла. Она же из-за меня ушла. Моя дочь не шлюха! Не поговори с ней, с дочкой своей. Сталин, меня! Знаешь, есть те, кто готов тебя любить. Папа, людей убивают. Я сам видел во сне. Я все вижу во снах. Прости. Миш, чисто теоретически, она может урать? Ох, не наша дочь, это не наша дочь. Ты хочешь ее отнять у меня опять, а? Прощай. Не пиши, не звони мне больше никогда. Если ты тогда сама ушла, в этом была моя вина. Твое последнее воспоминание перед тем, как ты покинула дом. Я там.